Привет, друзья! Привет! Привет! Наша семейная команда «Много стран» отправляется в большое путешествие трехмесячное по Европе. И мы едем через 15 стран, 40 городов. И все это вы сможете увидеть на нашем канале «Много стран». И да, поддерживайте наш проект, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите увидеть, в какой стране. Может быть, мы выполним ваши какие-то задания и просьбы. И вот. Да, и как мы поедем? Не просто едем, мы едем автостопом. Автостопом. Да, и каучсерфингом. Кто не знает, что такое каучсерфинг, посмотрите, есть видео про каучсерфинг на нашем канале. Или в ссылочке, да, под видео можете посмотреть, зайти на сайт каучсерфинга. Если в двух словах, это люди по всему миру, это сайт couchsurfing.com, люди по всему миру предлагают у них бесплатно остановиться, принять, там даже накормить, провести экскурсию по своему любимому городу. И для чего мы все это делаем? Для чего? Для того, что мы очень любим путешествовать. И мы хотим показать вам, дорогие зрители. И своим детям мы хотим показать страны, города. И вам, зрители, что такое свободное путешествие. На самом деле свободное, когда ты взял рюкзак. Вот мы взяли рюкзак сегодня, да, купили. Да. Вышел на трассу, поставил палец вверх и просто поехал в любую точку мира. Конечно, нам потребовались визы для этого. Это отдельное видео, отдельная тема. Ну и все, в принципе. И еще я хотел сказать, что... И еще хочу сказать о том, что путешествие с семьей очень классно для сближения семьи. Когда ты вместе с детьми что-то исследуешь, что-то узнаешь, что-то ищешь и проводишь время с семьей. И в этом путешествии мы покажем вам огромное количество стран, огромное количество городов, интересных мест, интересных возможных путешествий с детьми, времяпрепровождения с ними в этих путешествиях. Будем стараться посетить разнообразные мероприятия и места. Смотрите наш канал «Много стран», встретимся на YouTube. Всем пока!